Всем привет, с вами канал Китайфак, и сегодня у нас на распаковке очередной лазерный уровень из Китая Fireco F112R. Вот пришел в такой упаковке, ничего не помялось. Давайте распакуем, посмотрим. Упакован очень качественно, дополнительно еще есть упаковка в такой мягкий материал. Вот в такой коробочке. Какая-то книжечка с пожеланием счастья. Такая вот сумочка, довольно симпатичная. Сшита ровно, качественно. Можно подвесить на ремень. И в коробке еще, по всей видимости, инструкция. Инструкция такая вот кратенькая, но тем не менее цветная. Сделана довольно качественно. То есть здесь все расписано, как что. Можно понять все по картинкам. Ну, соответственно, она на английском языке. Но тут ничего сложного нет, как всегда. В общем, может разобраться любой человек. И в конце перечислены характеристики. Погрешность 1 мм на 5 метров. Диапазон работы компенсатора 4 градуса, плюс-минус 0,5 градуса. Крепление на штатив 1,4 дюйма. Рабочая дистанция 10 метров. Ну, класс лазера, рабочая температура, температура хранения, размеры. Защита IP54 от влаги и пыли. Вес и какие батарейки используются. Две пальчиковые батарейки. Ну, давайте посмотрим сам прибор. В комплекте идет магнитное крепление, очень удобно, на все случаи жизни пригодится, с поворотным таким основанием, то есть сюда ставите прибор и можно его здесь поворачивать. Магниты используются неодимовые, мощные, также он является еще и переходником на штатив с резьбой 5,8 дюйма. Если приглядеться, то крепление уже стало чуть получше, и здесь также предусмотрена резиновая прокладка, вот эта резина, чтобы не царапать поверхность, которая магнитится. Классное крепление. Сам вот такой прибор, очень компактный. Сделан очень качественно. Хочу сказать, что Fireco, они в принципе качественные приборы выпускают. Да, ребят, хочу сразу сказать, что есть идентичные просто аналоги у нас в России. Это RGK ML11, выглядит абсолютно так же, один в один. И Vega Compact. RGK стоит 4,290, а Vega Compact стоит 4,900. Данный же уровень Fireco F112R стоит 2600 рублей. Ссылку на проверенного продавца я оставлю под видео. В основании прибора предусмотрена резьба 1,4 дюйма для крепления на фото-видео штатив, либо на крепление настенное, которое идет в комплекте. Управление прибором очень простое. Тумблер включения, включить-выключить, и клавиша переключения плоскостей. И по всей видимости есть еще функция работы под наклоном. В дальнейшем мы это проверим, конечно. Апертура вот такая большая, но думаю, что на развертке это особо не скажется, но тем не менее. Сзади расположен батарейный отсек, крышка находится в одной плоскости с корпусом, сделана очень качественно. Отсек на две пальчиковые батарейки. Все сделано очень четко, придраться не к чему. Если сравнивать три недорогих уровня, допустим, Deca за 1500 рублей, Akulain AK-435 также за 1500 рублей. Да, конечно, Fireco стоит чуть подороже, 2600, но тем не менее сразу стоит отметить, что качество сборки на порядок выше у данного уровня. Соответственно, по компактности сами можете оценить, что уровень намного компактнее своих конкурентов. Ну и, конечно же, по техническим характеристикам Fireco в несколько раз превосходит данные лазерные уровни. Достаточно посмотреть на одну погрешность этих лазерных уровней. У этих двух моделей по 1500 она составляет 0,5 мм на метр, то есть 5 мм на 10 метров. У данной же модели Fireco погрешность составляет 0,2 мм на метр. Это 2 мм на 10 метров. То есть как минимум 2 с лишним раза точнее, чем эти два прибора. И согласитесь, переплатить 1000 рублей, я думаю, за Fireco будет не жалко. Так, ну давайте ставим батарейки и посмотрим его функционал. Также сравним лазерные линии по толщине на разных расстояниях. Сравнивать будем, как всегда, с нашим именитым германским уровнем Geofennel. И посмотрим, насколько различаются у них линии на разных расстояниях. При первом включении прибора сразу загорается лазерный крест. Линии очень яркие и четкие. При разгоризонтировании линии начинают вот мигать с такой дискретностью. Раз в полсекунды. Без звукового сопровождения. Устанавливается компенсатор очень быстро после толчка. То есть буквально за пару секунд. Вот. И клавиши сверху мы можем переключать линии по отдельности, соответственно, для экономии батареи. Это очень удобно.
И, соответственно, при заблокированном компенсаторе, когда тумблер на положении off, можно удерживать верхнюю клавишу несколько секунд, и прибор перейдет в режим работы под наклоном. То есть в этом режиме компенсатор будет заблокирован, а линии будут гореть, и что-то можно размечать под любым наклоном. Линии будут мигать с дискретностью в районе 5 секунд. Это не критично на самом деле, это не мешает для разметки, для работы. Также в этом режиме можно переключать линии по отдельности для экономии заряда батареи. Вот, в принципе, и весь функционал. Считаю, что для работы на каждый день, для отделки, за такие деньги просто отличный вариант. Давайте посмотрим на толщину лазерной линии на разных расстояниях. Вот наши два уровня. Расстояние у нас до стены 4870. Давайте посмотрим. Вот видно, что линии практически идентичны, что по яркости, что по толщине. Но можно чуть-чуть отметить, что у FireCo линия чуть потоньше. Сверху идет линия геофенела, слева это тоже линия геофенела. Справа FireCo и снизу FireCo. По толщине линии у FireCo менее 2 мм. Отличный результат. То есть на 5 метрах абсолютно видно, что линии яркие и тонкие. Да, друзья, хочу сразу сказать, что на точность проверять FireCo не буду, потому что и так видно невооруженным глазом, уже при этом тесте, что линии абсолютно совпадают с геофенелом. То есть что по вертикали, что по горизонтали. То есть так видно, что уровни точные. Поэтому сомневаться в точности FireCo не стоит. Если сравнивать развертку лучей у геофенела и FireCo, то по горизонту FireCo чуть выигрывает. Ну, как видно, тут сантиметров на 20. По вертикали сантиметров на 5 не дотягивает до геофенела. Но это не критично. Давайте посмотрим на другом, на более большем расстоянии, как будет вести себя линия, как будет расползаться. Замер сделаем до дверного проема справа. До него у нас почти 12,5 метров. Сразу видно, что линия от FireCo, которая идет снизу, осталась такой же четкой и яркой и имеет минимальное расползание. Толщина линии всего 4 мм. В общем, друзья, хочу сказать, что этот уровень просто находка для меня. За такие деньги, 2600 рублей, вы получаете качественный, функциональный, полноценный лазерный построитель плоскостей для работы на каждый день с четкими яркими линиями на разных расстояниях. Так что, если кто ищет недорогой лазерный уровень с отличным качеством, то смело берите FireCo F112R, не пожалеете. Всем спасибо, пока-пока.